стало меня часто удивлять всякие европейские штучки, которые происходят повсеместно. Я надеюсь, что до России такого не дойдет маразма. Я имею в виду вот этого льва, который в датском зоопарке был выложен на какой-то стол, окружили этот стол толпа зевак, труп льва. И при всех его начали препарировать, и в новостях пишут, что, значит, якобы для в целях какого-то познавательного момента, чтобы, значит, люди познавали органы льва. Показательные такие чернухи устраивать в гуманной Европе, которая претендует на гуманность, как-то странно. Все-таки Дания страна такая благополучная, и тут такой казус. Где же все эти защитники? Я не знаю, может, они как-то проявятся, что-то пока вот я тут защищаю льва. Вот, а для меня животные – это ничуть не хуже, чем люди. Поэтому не надо издеваться ни над людьми, ни над животными. Кстати говоря, я вообще сторонник вегетарианства. Я не ем мясо уже много-много лет, и чего и всем желаю. Мне кажется, полезно сводить людей на скотобойню один раз. Чтобы прекратить есть мясо, просто нужно сходить, посмотреть, как убивают животного, как вкалывают проволоку между глаз быку, как они рыдают, орут, как это страшно. Вот. Это вот один раз посмотреть, и, может быть, имеет смысл тогда не есть мясо, потому что есть куча всего другого. Но вот эти такие вот показательные выступления в зоопарке, препарировать льва, ну, это даже не лягушка, в конце концов.